Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить дополнение к Fallout New Vegas Lonesome Road. Мы находимся в разломе, как это ни странно, да? И я, похоже, нашел то здание, что нам нужно, то есть нужно мне. Давайте спускаться. Хотелось бы верить, что это оно. О, бомба. Надо взорвать. Хочу использовать некие пещеры, отвали от меня нахер. Так. Тут должен быть способ попасть наверх. Да я так тихо ползу, да? Блять, вообще не палим. Мать твою. Ах ты ёб... Он же ж меня укокошит сейчас. Пиздец, они мощные. Надеюсь, тут больше этих дебилов нет. А это что? А, раз в день. Ладно. Надеюсь, это для тебя полезно. Так. Это все, конечно, замечательно, но на кой хер? А вот. Хоть оно. Да. Элитная броня ликвидатора беспорядков. Беру. Винтовка мне твоя не нужна, конечно. А вот броню я беру. Заремонтировать ее нельзя. Что жаль. Крит шанс плюс 5. А давайте оденем. Почему бы и нет. Да, починим ею. О, так она полная стала теперь. Хорошо. Удача плюс 1 дает, да, моя? О, а я беретку и так могу носить. Ну, все. Тогда победа. Сколько там беретка дает шанс крита? Шанс крита плюс 5. И тут плюс 5. По-моему, шпионское зрение еще должно давать, да? Но что-то я как-то его не особо наблюдаю, поэтому ладно.
Давайте двигаться дальше, да? Как тут можно спуститься? Как-то аккуратненько. Так, чтоб... Нет, судя по всему, нет. Бля, ладно. Чё, правда нельзя, ну? Да ноги поломаю кипеням. Лучше так пойду. Ладно, пошли. Вот это находка. Вот это находка, блин. Не знаю, почему шпионское зрение не работает. Но будем считать, что это EMB покалечил. По крайней мере, у меня брони больше. Явно больше. Шанса крита стало побольше. Да и броня выглядит, согласитесь, охуенно. Поэтому... Ну ладно, красный берет можно снять. Ну, нет. Хер там, не буду я его снимать. Он мне дает шанс крита. Так, пойдем дальше. С этим мы с вами разобрались. А столько грохота будет. Заебись теперь. И как мне это счастье обойти? Или мне не просто так написали, что идите через пещеры, да? Судя по всему, да. Ну все, дело дрянь опять с этими туннельниками. Бля, давай. Ебать. Ладно. Я хотя бы перепрыгну. На что у меня броня срабатывает? Вот забава-то, да? Ладно. Детонируем. Полезно. А это куда меня привело? Точнее, не привело, а приведет. О! Еще один робот. Что дает вам ЭД? КПУ. Окей. Судя по всему, это что-то дохуя полезное. Ладно, вперед. Там, судя по всему, очередные шахты. Не люблю я шахты и не люблю я туннельников. Но ничего не поделаешь. Это был 308-й. Вероятно, ручной сборки, который бы уничтожил любого робота твоего размера. Что это было? Не нравится мне этот звук. Неудивительно, что ты не смог добраться до Наварра. Судя по всему, тебя подстрелили, да? Понятно. Скорее всего, это были рейдеры. Блять. Ты чё шумишь-то? Да реально, смотрите, блин, оно не работает, это пиздец. Ёпта. Блять, дрянь какая, а? Ну, всё, пизда. Ну,
Пиздец. Ладно, напинали нам активно. Блять. Назад. Я не знаю, что мне с ними делать, но... Я не успел. Ладно, идея это плохая. Как же мне с вами справиться, уёбки вы этакие? Давай, машься. Да бля. Ладно. В принципе, шанс есть, но блин. А какой в жопу шанс, блять, валим отсюда. Если они за мной погонятся, то тогда будем что-то решать, а так. Ну чё, погонитесь, пи... Хорошие. Чё, психанули? А чё вы психанули? А чё это вы психанули? Куда это ты уёбываешь? Осторожно, но уёбываем, значит, раз осторожно. Давай, пехай. Или лучше поджигательным, я не помню какой. Поджигательный АП или тот. Вот этот поджигательный. Так, хорошо. Чтоб с этих гнезд они не полезли. А, блять. Он сгорел? Он скрылся в этой дырке ебаной. Ладно. Ох, блять, сколько вас там. Thank you.
нормально все. Давай, 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 давай. Какое оружие-то на вас юзнуть? Я не понял, но... Разберут сейчас. Помощь. Что с вами сделать-то такое, а? Надеюсь, вам подошло. Что они там делают? Они пинают моего робота. Пошел, вернись, сука. А, не, он... Хорошо. Я знал, что мне пригодится 10-миллиметровый. Так, ладно. Оставляем эти. Пистолет меня тут не спасет. Да, я думаю, автоматическое оружие это лучшее, что я могу. Это просто пипец какой-то. Знал бы, короче, сейчас не жрал бы ни эти. Ни симуляторы, ничего, ну ладно. Жив и жив, что хорошо. Все, пошли отсюда. Срань какая-то. Давай сюда стимулятор. Ой, докторский саквояж, давай. Спасибо тебе, дорогой. Рад, что ты с нами. Так. Ну, или не с нами. В крайнем случае ты мне полезен. Next week on Ralphie the Robot's Incredible Odyssey. Ralphie, hurry! If mean old General Winters catches you, you'll never make it home. No! Ralphie, fly far, fly fast! Tune in next Saturday for the exciting conclusion. Only on Vault-Tec Channel 9. Eddie? What are you doing in here all alone? And who left these old videos playing? Come on, let's get you into your recharge bay. We've got a big day tomorrow. Неожиданно. Некоторые вещи обрели смысл. Так вот, что ты пытаешься сделать? Найти дорогу домой, да? Давай, мы должны лететь далеко, лететь быстро, если хотим добраться до конца разлома. И
Эта музыка меня уже раздражает. Выключаю ее нахер. Да. Разлом. Собственно, мы вышли наверх. Это радует. Thought that explosion, that building falling deep in the divide, might have been your work. Wouldn't kill you. Maybe close. Knew you'd survive, but no need to go any farther. You've brought me what I need. That machine with you, sealed in the Hopeville silo. Needed someone to unlock it, bring it home. Now the signal's strong enough. No need for you to carry it anymore. I can call your machine to me. Тебе нужен робот? Зачем? It's a messenger, like us, and it shares our history. If you feel its loss, remember, you could have turned away at any time. Gone back home, and none of this would have happened. But you had to make one last delivery, and that's why I knew you'd come, courier. Couldn't stay away. It's who you are. Если ты думаешь, что сможешь его у меня отобрать его у меня, ну попробуй. The machine you brought is mine now. It's coming home. I'll reduce it to parts, just enough to function, to be aware of what's happening. What's inside that machine? That's all that mattered. All the machines here, made of wreckage from the divide, and all that was brought here. Inside its frame, it carries the message you brought here, and it'll do what it was programmed to do, whatever it can to get home. The giants here will listen to it. I'll bring the divide to your home, your nation. Let its flag burn, just like you let the divide burn. Big mountain access code, Ulysses, command override, Наварро. Ты хочешь повторить катастрофу на Наварро? Так, он захватил контроль, вы потеряли как компаньона. Ага, понятно, вы лишились способности. Сука такая. Понятно. Ладно. Хрен с тобой, железяка. Мы еще встретимся. Пошли дальше. Давайте как-то по краешку. Ёпана мать. Ох ты. Заебись. Зато, по крайней мере, я знаю, каких врагов мне тут ожидать. Нихуя! Нихера он мне выломил. Ага, ну да, суперстимулятор мне сейчас помог.
не то, блядь, слово, как он мне сейчас помог. Давай, ты там опять залагал. Надеюсь, что так. Ой, блядь. Ну все. Два удара, пацаны, два удара. Бля, бесит. Что ж с вами сделать-то, блядь? Может вас обойти как-то по-тихому? Я прямо не знаю. Нет, вас мочить придется. Как мне это сделать? Ладно, сейчас будем думать. Так, для начала, я думаю, надо забраться в такое место, чтобы вы не могли до меня добраться, суки вы такие. Это имеет смысл. Ага, хуя себе. А ну вернись, мразь. Куда? Куда пошел? Чё, мудаки, да вы ёбывались? Опасность. От кого? Кто мне сулит опасность, а? Ладно, сейф. Надеюсь, тут есть медикаменты. Ракеты, патроны для магнума, ничего вообще полезного. Надеюсь, там не когти смерти, по крайней мере, не такие большие. Так, чё-то нихуя не понял. Ты как уцелел там, мудак? Так, хорошо. Живы. Но по-прежнему пишет осторожно. Чё, есть повод бояться? Заодно и посмотрим. Го. Я так думаю. Это как раз и есть пункт нашего назначения, да? Да, это и есть храм. Ля, какая ж хорошая у тебя тут защита. Эти когти, это просто мое почтение. Откормил, блядь. Почему все время осторожно? У меня восприятие на нормальном уровне. Почему?
Все время осторожно, и все время я не вижу, почему. Ладно. Крышечка, окошко. Да, сюда мне явно не попасть. Туда, куда я хочу, придется идти туда. Интересно, радиации. Ой, блядь. Сейчас посмотрим, радиация ли я не набрался. Нормально. Нет. Не здесь. Да ну и хер бы там, если там даже кто-то есть. Взрывай эту хреновину. Давай, вперед! Во имя тотального пиздеца, вперед! Демон. Это что такое? А, невидимка. Будь добр, сожри такую штучку, возьми вот такую штучку. И отвесь пиздюлей этому таракану сраному. Блядский невидимка. Броня патрульного, заколки, клинок запада. Этот же шлем. Да какого хуя? Наконец-то. Просто пиздец. Какие же не твердые, а? Интересно, отсюда я попаду? Здорово. Надо было брать пулемет, наверное. Но я так думаю. Да, бывает и такое. Даже когда хочется. Ну и что? Я думал, это мне проход откроет. Не, нихуя. Ладно.
Пойдем. Легкая прогулочка, обычный день на пустошах. Даже не на пустошах, а уже обычный день в разломе, мать его, ёб. Это я, пожалуй, возьмусь за автоматическое оружие, потому что, ну, далеко, глубоко и там, где влажно. Так. Нихуя себе! Ой, блядь. Невидимка тут же. Давайте отступим. Вглубь. Ну, где эти ебанаты? Будем считать, расщепило на атом, да? А ты где? Нихуя ты меткий. Стреляешь даже хорошо. Неожиданно. Но, судя по всему, я пришел. Что, блять? Не ждали, да? А я пришел. Я думаю, меня тут будет ждать еще больше пиздец, чем на всех предыдущих локациях. Потому что тут охрана роботы. Против роботов у нас одно средство. Вот эти патроны. Такие карты были в анклаве. Ах, ну да, ну да. Нужен ключ. И тут нужен ключ. Ха. Не все так просто. Доступ. Доступ. Да. Нахер. Чё там такое? Это один робот и пара турелей. Бля. Бля. Нормально. Я надеюсь, меня не разорвет на куски. АПшечкой давай. Нормально. Хотя бы не разорвало. Это, надеюсь, это мой чувачок или нет? Открыть вторую капсулу.
столе. Ага, я тебя спас. Ты просто убежал от меня. Что случилось, мать твою? Да? Окей, все хорошо. Давай пойдем. Так, ну тебя мы спасли, а то... Я вообще... Ладно. Я надеюсь, ты мне будешь полезен. Так. Ну, я в принципе... Ладно, давайте сожрём. Открой эту штуку. Открой эту штуку. Мне нужно подчиниться. Спасибо. Так. Да, конечно, да, конечно. Да. Мой элитный шлем, куда ж без него-то. Эту блядскую ракетницу. Ну ладно, пускай лежит, может пригодится. Сейф. Вперед. Ага, давайте, давайте починимся. Угу. Теперь точно сейф. Далеко нам осталось? Как только вы подниметесь на лифте, вы не сможете вернуться у вас в третий лаг. Погнали! Никаких дел и быть не может. А вот и ты. Что ж, контрольный сейф, я не знаю, чем тебя бить, но посмотрим. Я помню, что он... Ох, твою мать. Давай взрывать, а? Давай просто взрывать. Сейф. Ну? So you came, courier. To what? Watch your homeland burn one last time. Kill me, perhaps. Judging by your shadow, maybe you can't let your machine go. Doesn't matter now. Either way, the Divide Giants are awakening. The missiles here on their way home. There is no way to stop them. Я все еще не понимаю, почему ты это делаешь. You've answered your own question. And you'll die with that question on your lips. Ладно. You don't see, listen, even when it's all around you. No matter if I nailed it into your head like a gift from Kaiser. You brought the divide to life, courier. You walked the road, brought the bear, then the bull, brought me, following your tracks. And when I saw the divide you made, I saw a second chance. A new way of thinking. My world, no longer the East. And you brought the West in that package. Destroyed it all. Nearly killed me, flesh and spirit. Yeah, boy. You destroyed something larger than the bear, greater than the bull. And even when you could have turned away, you brought it again in that machine. You destroyed a nation taking its first breath. A place that could have been my home. Nah.
Now, я понял, о чем I'll ты. Destroy yours. Ты решил уничтожить Нью-Вегас. Забудь об этом. Я покажу тебе, что бывает, когда связываешься не с тем курьером. I'll finish history's work. If the divide couldn't kill you, perhaps the spears of the old world can. Let's end this, courier. You and I, here with the old world flag as witness. Got you. Я что-то не понял, ты что, отхилился, что ли, мразь? А ты не трогай моего пацана, понял? Мудак. Не-не-не-не-не-не-не, в тебя мы стрелять не будем. Что, блять, вы все такие одинаковые, мать вашу. Помощь суперстимулятором. Ну? Давай! Сдохни, наконец! Бы еще не умереть при этом. Брать АП. Ебать. Мудак сраный. Иди-ка сюда. Крупнокалиберная снайперская винтовка. Сопротивление радиации, это я возьму. И это все. Куда пошел?
Я тебе сказал, это все. Интересно. Мне вообще никак не поможет. То есть ты пошел все-таки и поломал их там, да? Красава. Так и надо. Вот это тот пульт, который нам нужен, да? Так. Попытаться отменить, нацелить ракеты на НКР и легионы Цезаря. Перенаправить ракеты по целям территории легиона. Ускорить обратный отсчет и запустить ракеты по НКР. Фу. Так, ну что же, Легион Цезаря я не люблю, но НКРовцы тоже, в принципе, те еще уебаны. Поэтому давайте уничтожим и ту силу, и пошли они нахер. Да здравствует независимый Вегас. Терминал увиделся по целям в сердце родины НКР и в землях контролирует Легиону. Да, в пизду их. The divide erupted in fire, violent, red, as the last message of the two couriers arced into the sky. The missiles rained like spears down on the land, burning flags and communities alike, destroying all they struck. The history of the West was erased for the second time, thorough and complete, and America slept once more. At the end of the struggle, only one courier remained in the heart of the divide, the true courier. Остался только один курьер, то есть настоящий. The courier tore the ancient flag of the Commonwealth from its cables and cast it over the corpse. Though whether done as a sign of respect or in anger for what had been endured to reach this moment, that is unknown. Interpretation is something best left to history, and only the surviving courier would ever know for certain. Нихуя не понятно, но ладно. Надеюсь, с ним все хорошо. И он отправился дальше. Да, скорее всего, так и случилось. Он отправился в Нью-Вегас. Домой. As for the courier, he turned his back on his home for the second time and made his way back, navigating the treachery of the divide. Tunnelers and the marked men avoided the lone figure,
as if recognizing the courier's right to passage, or out of fear. Они, короче, дали ему право пройти обратно, потому что уважали или боялись. The last road he would walk before the second battle for Hoover Dam. There, beside his feet, was a final package from one courier to another. Последняя посылка от одного курьера к другому, даже после Великой битвы, то есть второй битвы после Дамбы Гувера. It is something for couriers to carry. Но сообщение — это то, что-то особое для курьера, что-то для одного. Найти значение в настоящем. Война никогда не меняется. And this road has reached its end. Блин, были бы реально субтитры, ебать. Я даже не все понял. То есть, не то, что перевести это. Ну, как всегда, концовка такая слегка философская, но это Fallout. Курьер сделал свой выбор. Ваша беспощадная атомная бомбардировка народов Мохаве опустошила земли как легиона, так и НКР до самых границ пустынь. Из аванпоста Мохаве теперь можно попасть в Ле-15, место разрушения аванпоста НКР. Из бухты Конд-Ков по реке теперь можно добраться до сухих колодцев разрушенной стоянки легиона. Будьте готовы к тому, что все эти области сильно заражены радиацией и наводнены дикими гулями. Вы также разблокировали перк «Бремя мертвеца», дающий 1 очко атрибутов «Спешл», а также ваши разрушительные наклонности повысили репутацию бомбистов, подрывников, но снизили у НКР и легиона «Цезаря». Благородный бандит для подрывников. Конечно же, силы. Или восприятие. Давайте силы. Ну что? Дорогие друзья, вот, собственно, и все. Бомбисты получена добрая слава. Сейчас посмотрим, какой я там после того, что натворил всякого. Бомбисты. Кумир. Шо, братство стали бандит. Ну, я их выпилил просто. Любимец для Гудспринс. Презренный для легиона. Да, для НКР мягкосердечный дьявол. Ничего не поменялось. Любимец, кумир, благородный бандит для подрывников. Нихера себе, я там был врагом. В стрипе я в полоску, во фрисайде я свой человек. Общая миссия, очень добрый. Замечательно. Я бомбанул, собственно, лагерь НКР и лагеря легиона. Но, собственно, я очень добрый, мессия, спаситель этого ебучего мира. Зла ебучего мира. Что ж, дорогие друзья, вот такое вот дополнение. Я надеюсь, вам понравилось. Мы довольно быстро его прошли. Я даже не ожидал. Я думал, будет еще одна серия. Но вот как-то так за сегодня, считайте, и прошел. Так, давайте-ка наденем маску. Вот, и как вы видите, когда я одеваю маску, я становлюсь совершенно другим человеком. Ну ладно. Да уж.
Ну, не знаю. В принципе, второй курьер, этот Уиллис, он просто поддерживал своих. Тут говорить на самом деле не о чем. Потому что я пошел за НКР, а он пошел за легионы. То есть говорить тут особо и не о чем получается. Но тем не менее, что ж, у каждого человека свой выбор, и он его сделал. Пускай он был явно слабее меня, и тем не менее его... Он был близок на самом деле. Плюс, как он хотел, все-таки НКР уничтожено. Так что будем считать, что это и мое решение, и дань уважения ему. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Вот такое вот было дополнение, замечательное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите, что вы еще хотите увидеть на канале. Всем спасибо, всем пока. До новых видео!